на библейский портал «Экзегет» пришел вопрос. Как выжить православному в неверующей среде? Тяжелее, чем верующий, но Господь верен. Господь-то всегда рядом. Прежде всего, надо трудиться в молитве, в чтении Слова Божия и в молитве. Если есть храм, участвовать в храмовой жизни, участвовать в таинственной жизни церкви. Мы имеем примеры тысяч и тысяч людей в 20 веке, которые провели годы и десятилетия в лагерях, где не было ни храма, ни священника, ни иконы, ни лампады, ни книги, ни красного угла, ни времени сотворить молитву, а только мат, тяжкий, изнуряющий труд, мордобой и уголовщина. И люди сохранили свою веру. Это тысячи людей прошли через этот кошмар, не причащаясь годами и сохранили в полноте свою церковность, свою веру. Почему? Потому что Бог верен. Если мы будем трудиться в том, чтобы сохранить ему верность, удерживаться от грехов, не стыдиться свою, исповедовать свою веру тогда, когда это принципиально, вот, то и Господь будет нам верен. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.